Ну, игра получилась кубковая, как привыкли говорить в таких ситуациях. Она действительно получилась тяжелой, особенно для нас противник такого уровня впервые в этом сезоне нам противостоял, поэтому тема цена победа, и мне кажется, достигнута она была не благодаря случайности, ну, по факту да. И в плане игры, я думаю, мы ни в чем не уступали, может быть, даже превосходили в команду противника в завершающей стадии. Мы, наверное, были более острее, чем они. А то, что, ну, победа по пенальти, это уже как следствие. Так и есть, совершенно правильное замечание. Действительно, была нервозность в действиях, спешили, принимали не совсем правильные решения. Наверное, это связано, опять же, с уровнем противника и с темпом, который, ну, задает такая игра. То есть ей нужно быстрее работать с мячом, быстрее принимать решения. Наверное, это все происходило из-за того, что ребята привыкали к темпу игровому. Обычные слова мы так особо и не критиковали, ничего, просто сказали успокоиться, продолжать именно с тем же настроем играть, просто более успокоиться, более надежно играть, не стараться сразу ли вывести один на один, или, ну, то есть вопрос был в принятии решений. Второй тайм был получен, наверное, это связано с тем, что противник уставал, потому мы старались при потере мяча вступать в отбор. Я думаю, там временами это получалось. Вот, и второй тайм, наверное, был более содержательным. Даже на предматчевой установке планировали играть в три центральных защитника. Глядя на то, как играет Черноморец в чемпионате Украины, они играют в пять защитников, два нападающих, поэтому нам более лучше структурно было играть в три защитника и в четыре полузащитника в середине, то есть в одного нападающего, имея преимущество в центре поля за счет лишнего игрока. Потом увидели, что они играют 4 защитника. Мы прямо перед игрой, там за 5 минут, не меняя состав, просто стали играть по той схеме, которую вы увидели сегодня. То есть вот тот сюрприз, который был, но он так и не был воплощен в жизнь. Просто были определенные нюансы, которые мы хотели использовать в этой игре. Ну и мне кажется, это и получалось. Это смещение Саши Беляева в середину, таким образом создавая там преимущество со Снежко, и понимая, что тому же Беляеву будет тяжело против Зубейко, если оставлять его один в один. А уходя в середину, там он игрок достаточно умный, он мог искать пространство, принимать мяч, снабжать того же Супрягу передачами. И у него это получалось. У нас есть там тот же Кравченко, Снежко и Беляев. Это игроки креативные, которые могут воплотить тренерские идеи в жизнь. Вот, в принципе, вот это и была причина. Потому что для того, чтобы как-то менять тактику или менять какие-то задачи по ходу игры, у тебя должны быть, ну, многофункциональные футболисты в группе атаки, которые могут сыграть как на фланге, так и безболезненно уходить в середину. Вот, ну, Беляев один из таких игроков, у него достаточно, есть интеллект для этого и скорость. И мы можем его использовать как на фланге, так и в середине. Ну, вот это, в принципе, одна из, ну, и единственный нюанс, который мы использовали сегодня. А я еще не знаю даже, кто вышел. Как можно сильнее, как можно слабее. Это первое. А второе, там уже есть Львов, там есть Шахтер, скорее всего, Динамо.
Да, наверное, ну, задача, конечно, пройти дальше. Понятно, что уровень Шахтера и Динамо, ну, очень высокий, поэтому, понятно, мы будем отдавать все силы и стараться пройти их, но нужно быть реалистами, с ФК Львов у нас больше шансов. После незабитого пенальти наши футболисты не только не дрогнули, но все подходящие футболисты били очень уверенно. И даже не было никакого сомнения, футболист берет мяч, подходит и четко бьет. Они отрабатывали по вашей команде, ну, так скажем, тренировали пенальти, или самостоятельно, или вот, ну, как-то прокомментируйте. Вот та уверенность, которая не дрогнула команда, а наоборот максимально пробивали без шансов для вратаря. Мне кажется, Логинов очень уверенно пробил просто в штангу. Ну это да. Я не спорю, но... Поэтому, да нет, ну... Да, если кто-то хоть раз бил пенальти, особенно в игре, ну, которая имеет какое-то там турнирное значение или, ну, вообще спортивное большое значение, понимает, что как бы ты ни тренировался, здесь на первое место выходит психология, твое спокойствие, как ты себя чувствуешь в момент удара. Поэтому не, мы не тренировали, мы хотели все в основное время решить. Конечно, это прежде всего имиджевая победа для молодого клуба. И во-вторых, эта победа очень важна для наших молодых игроков, для того же Супряги, Беляева, Снега. То есть ребят, которые через такие игры делают существенный и качественный скачок в своем мастерстве. Поэтому, ну, вот с этих двух позиций эта победа и ценна.